Привет, друзья! Мы продолжаем проходить SnowRunner на сложном режиме. Давайте вспоминать, что там было. Так, да. Значит, что мы можем выполнить? В прошлый раз мы выполнили задание, там какой-то отвезли, короче, у реки что-то там, какой-то дом или что. И я вот что подумал, ребят, срочная доставка древесины, в принципе, вполне себе выполнимое задание, надо сказать. Но придется немного помудохаться. Значит, есть у меня определенный план, как его выполнить. Займемся им, пожалуй, прямо сейчас. Давайте как раз возьмем вот этот стрёмный прицеп, который мне не очень, если честно, нравится. Нам понадобится там прицеп. Ну и вот этот как раз подойдет. Так, еще этот столбик нам так мешает-то сильно. Сейчас отъедем подальше, тадыч. Все, поехали. Сейчас едем на лесопилку. Так, шевелись, шевелись, давай, не останавливайся. Вот опять встала. Все время останавливается. Едем на лесопилку и загружаем телегу. Ну, этот прицеп, вернее.
Так, здесь вот есть дорога, наверное, по ней поедем. Вполне себе нормальная дорога вроде. Давай, шевелись, что-то встал-то. Суть задания, ребят, надо доставить 2 единицы досок на какую-то там стройку и по единице в церковь и там какой-то дом старый. Вполне это все можно сделать. И да, на это отдается 8 минут времени, как вы могли, может быть, заметить. Вот этот прицепчик, по-моему, тяжелее. Поэтому я решил от него таким образом немножко избавиться даже. Пусть он нам послужит. Так. Деревянные доски. Так, ладно, режим крана, выдвинуть опоры, где там пятерочка. Так, нам надо именно телегу вот эту вот подзагрузить. Так. Пойдет. Так, отлично, есть. Теперь выезжаем отсюда. Так, что нам мешает? Вроде ничего, а что машина опять стоит? Поехали, поехали. Что-то тяжелый прицеп взял.
Ладно, на полном приводе тут тащить этот мешок. В общем, план какой, ребят? Сейчас мы этот прицеп оставим возле церкви, где-нибудь в удобном месте. А сами снова отправимся на лесопилку. И начнем выполнять это задание на время. Чтобы поэкономить горючее, конечно. Так. Церковь у нас здесь. Вот здесь мы, наверное, бросим груз. Все, сами отправимся на лесопилку. 2 единицы у нас уже есть. Так, еще раз посмотрю. Внимательно. Да что ж такое, опять с картой путаю кнопку. Так. Здесь, потом по прямой. Ага. Окей, ладно. Блин, ночью, конечно, плохо видно. Останавливается машина сама. Ничего не могу сделать, просто не едет. Толкать, пинать приходится. По 100 раз нажимать. Может, в управлении там что-то поменять надо? Надо глянуть тоже. Да. Так, деревянные доски. Так.
Так, опять управление грузом. Так, получится, сейчас проверим. А почему нет? Так. Темно, блин, ночью не хочется выполнять это задание, ну ладно. Сейчас эти пеньки гребаные высматривать. Так. Ну вот тут видно хорошо, что за 8 минут надо успеть. Принимаем и поехали. Так, что-то я... Вот опять же, ночь, ребят, ни черта не видно. Естественно. Наверное, поедем по дороге, чтобы избежать неприятностей. Заползет. В принципе, телеги нет. Должен бы заползти. По дороге пока едем, по вот этой условной, ничего не вижу. Так, давайте-ка по левой стороне. Тут что-то тут намешано как-то. Так, теперь едем обратно. Что это за сервисная телега? Тот раз еще увидел. Задание какое-то, что ли, с ней будет. Ладно. От нее, наверное, заправиться можно было. Что я и не это. Ну, тратить время тоже. Зачем, как говорится. Давай, двигай, двигай.
еду на полном приводе, чтобы поменьше тормозила машинка. Тут что-то прям совсем жестко тормозит. Так, прошло половина времени. Ну, мы можно сказать, что половину пути-то прошли. Так, вроде бы сюда, ребят, да? Еду как могу. Телега еще тяжеловато, похоже. Не знаю. Так, он там на подъем, что ли, пошел? Тормознул. Да, машинка явно издевается. Справились. Но это далеко не рекорд, ребят. 7.40 это плохое время. Ну, нам-то, да? Так. По-хорошему надо отсюда улепетывать, а я плохо вижу, что тут и как. В принципе, прицеп мы можем этот... Наверное, я думаю, здесь оставить. Плохо, до чего вижу. Да, это такой стрёмненький прицепик, ребят, он тяжелый. Тяжелее, чем та тележка, конечно.
Так, тормознем. В темноте я поехал не туда, да? Хотя, да, я поехал не туда, здесь стрёмная дорога. В принципе, можно и по ней, конечно же. Но, наверное, лучше вернуться, что-то я как-то... Здесь всякие рытвины, ну их нафиг. У нас горючего не так много. Хотя вроде дорога-то неплохая. Я на ней, по ней вроде ехал этим скаутом. Да, тут темно, не видно нифига, и проехали, конечно. Значит, какой план-то сейчас? Машину желательно доставить в гараж. Да едь ты уже, не останавливайся. А, значит, что будем делать дальше, ребят? Наверное, уже в следующей серии. А я все-таки попытаюсь вытащить ту цистерну. Да едь, едь, не останавливайся. Че он останавливается? Цистерну с болота попытаюсь вытащить. Ну, естественно, для этого придется снимать платформу, кран убирать. Хотя можно было бы и так. Но я, наверное, все-таки буду убирать все это дело. Взяли не очень удачную телегу для этого задания. Тяжелую взяли телегу, но на самом деле я хотел от нее избавиться, скажем так, потому что я, в принципе, такие телеги особо не использую, стараюсь не использовать, потому что они тяжелые, вот толку от них не очень много, поэтому пусть он там и остается. Ёпта, что это? А, это... Какие-то таблички или спустики. Казалось, что там какой-то волк, что ли, стоит. Значит, как мы поступим? Я, наверное, прям так поеду в гараж, потом до бочки. Сперва, короче, гараж, потом бочка. Так, думаю, будет правильнее.
Блин, это лаготня долбаная, не проходит. Вместе с тем машина останавливается. Такая, может, другую кнопку нажимать? Да нет. Вот и остановилась. Лаготня и все, и стоит. Пропадает сигнал. Где-то я читал, пишут, что это проблема в трансмиссии. Ну, не знаю, по-моему, это просто криво код написан. Сигнал распропадает. Не сигнал, да, команда теряется. Машина останавливается. Так, опять же, все то же самое. Снимаем борт и снимаем кран. Вот. В принципе, этого достаточно. Так, в принципе, все. 36 300 у нас. Давайте доедем до топливной цистерны, чтобы заправить машинку. Так, надо было свернуть. Так, здесь лучше вот так ехать. Чё, неужели я в эту яму все-таки угодил? Ну, наверное, да. Надо было сразу на полном приводе, наверное. Ну, ладно. Машинку, в принципе, не прижимает ничего к земле. Да, двигатель как бы мощный. Сейчас помощнее. Но машину ничего не прижимает к земле. Поэтому она немножко в этом плане хуже едет.
хотя по идее должна вообще отлично ехать. Заплясала рядом с деревом. О, лака остановилась. Плясала и остановилась сама по себе. Заправляем, конечно же, с огромной цистерны. Так, в ней еще 3000 топлива, норм. Так, закрыть. Давайте посмотрим. Так, вот здесь вот находится это самое цистерна. Не знаю, получится, получится, не получится, не получится. А в следующий раз это будем, возможно, выполнять, может быть, что-то другое. Но сегодня выполнили вот это. В принципе, считаю, достаточно. Избавились от не очень хорошего прицепа. Ну, как избавились? Вот оставили его там, да? А давайте посмотрим. Так... 1030. Ну вот еще буквально 270 очков до 6 уровня. 270 очков, ребят. Довольно-таки уже немного, да? И сколько там дадут за дело труба, давайте посмотрим. Вот если мы эту цистерну оттащим. О! Как раз если мы эту цистерну оттащим, то огромную, тяжелую, то как раз у нас будет 6 уровень. Тоже, в принципе, неплохо. А возврат цистерны... Так, где там оно? Давайте глянем. Так, это не то. Так. Где там это было-то? А, это, наверное... Это, наверное, надо будет там прям задание взять, да? Здесь непосредственно. Вроде бы как. Потому что здесь я не вижу его. Так, доставка продуктов мы еще не выполняли. Так, а что тут делать надо? Доставить на буровую площадку расходники. Буровая площадка, это у нас вот здесь. Расходники за 6 минут. То бишь отсюда вот так по прямой ехать. Чем, мне кажется, мы это сделаем. А сколько надо? 2, да? Кстати. Хм. Что-то я, наверное, поторопился, когда убрал этот... Ну ладно. Вот это, кстати, задание хорошее. Мы тоже его можем выполнить. Поторопился я, конечно, что убрал кузов. Надо было сперва задание прочитать. Ну ладно, так или иначе, мы попытаемся вытащить
цистерну, раз уж мы приготовились к этому. Ну все, друзья, благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Пишите, кто что думает. Увидимся. И да, давайте посмотрим также, что это по-прежнему сложный режим. Вся игра будет проходиться именно на нем. Пока-пока.